Так, вечер. Мы решили дойти до корзинки и зайти в Глобус Молл. Ну, пойдемте посмотрим. Ой. Что, не открываются двери? Да, мороженое есть. Людей, как и в прошлый раз, мы с Викой когда были, тоже людей не было. Как тебе? Само здание очень интересно. Да, да. Вот, посмотри, вот тут, видишь, лестницы. София. Дом читали. А людей почему-то нету, да? Не, ну тут вот ближайшие. Нигде такого большого магазина нет. Вот, смотри, какой новый магазин. Какой? Магазин косметики. Ну так, мы это уже все видели, Викускин. Да, духи. Мужчинский и мужской, Викускин. Пойдем, да, сразу вижу скидки на бананы по 20 тысяч, картошечка 8,91, ну по 9, это по 8, лук по 7, такой хороший крупный свежий. Так, что у нас здесь, яблочки. О, с Азербайджана. Яблочки с Польши. Мандаринчики. Все вроде ничего. Вот эти лучи. Не знаю, как на вкус, но на вид вообще красавчик. Да, тяжелые. Значит, можно взять не сладкие. Сладкие, да? Черный. И персики, и еще какие-то. Абрикос, урюк это. Урюк и персик, да? Ну, дорогой, 100 тысяч. Да? Наверное. Отсюда, Ксюш? Да. А вот здесь абрикос подешевле, но немножко зеленоватый. Черешня. Яблочки уже майские. А вот это здесь можно? Или вот так закрыто? На базаре дешевле. Помидоры почти что так же. О, здесь даже дешевле, или может уже подешевело на базаре. Мы несколько дней назад были. Это за колючку, подожди. Ежевика. Это ежевика. Вот это, как ты сказала, рамбутан. Рамбутан. Ай, бабушки. Не знаю, не пробовала. Что-то как его? Манго. Голубика. О, манго по 15 тысяч. Но оно маленькое, конечно. Я говорю, манго маленькое. Нет, не видели. Что ты хочешь нам показать? А, драконий фрукт. Да, мы видели. Почем он? 35, да? Мы видели. И одинокий ананас. И салат подешевел уже. Сельдерей. Ой, не сельдерей, а кинза. Укроп. Перчик. Грибочки. Пастила. В таких удобных упаковочках. Что это? Пастила. Помнишь, мама тогда такой
скрученную покупала. А это вот в таких упаковочках. Я не знаю, что это такое. Она сухая такая. Она какой вкус? Кисленькая, натуральная. Там без добавок. Без добавок? Перец сладкий, сушеный. Это манго. Манго стил. Манго стил. Манго стил. Колбаски. Что это? А, это хурма сушеная. Давно мы не ели. Ну так сезона нету, осенью будет. Так это холодильник, чтобы колбаска не испортилась. А если она была другой? Ну, как я? Ну, было как хлеб. Язык 189. 190. Хлеб, тогда она не стояла в таком. А вот. Ну, когда жарко, лучше, чтобы все было прохладно. Вода. Хорошо, что-нибудь еще же. Мы же средства будем покупать. Дочь, это апельсинчик, да. Вкус. Рыба. Рыба. Средство от засора. Что-то у нас никак не проходит. Нету, да? Что-то не вижу. А, вот, ага. Тирет, да? Есть за 68, есть за 69. Ой, это что такое? Я думала, это колбасы здесь продают. Ой, легкие? Да. Потрогай. Угу. Легкие? Да. Да, возможно, да, здесь нет. Вот эту большую. А то мы взяли вот эту. Мы же взяли. Да, но мы в стеклянных. И крышку плохо открываем. Что взяли, Ирём? Ой, нет. Почём она уже по 6, да? Сыра есть? Ну, возьми. Вон лаврушка. Лаврушка нам нужна. Да. Из рыбы. И лосей, сардина, скумбрия. Лосей мало, да. Вот рыба. Я сфотографировала, малыш. Сметанка добавь. Это тушенка. Я знаю. Вот смотри, какие огурчики. Ой, огурчики. И грибочки. Грибочки. А вот там огурчики. А вот огурчики, да. Ты говорила огурчики? Я говорила огурчики. А вот огурчики. Угу. А там помидоры, болгарский перец. Хотелось опять же этой. Да, только вот. Вот, тут не очень. Экологические продукты, да? Чай. Батончики. Uh-huh. И сейчас популярна вот эко-ботаника. Тут либо меньше сахара, либо вообще без сахара, без парового масла и так далее. Остальные зерновые муки. Mm-hmm. Шоколад у них там. Интересно. Mm-hmm. Не хочешь что-нибудь попробовать? Я пробовала. Но. Маркетинг. Это да, я узнаю. Помнишь, были вот такие печеньки? Вот а, да. Картинки напоминают. Детство. Детство. Ты куда ушла? Я тебя забываю. Много сладостей. Очень много.
Яшкина, помнишь, мы брали? Какую мы возьмем? Есть с карамельной начинкой. Ну, Кузькин, ищи, может, ты что-нибудь найдешь. Вкусненького. Масло. Я где-то здесь креветок видела. Это не ту. Тут там дальше. Да, я слышала, компот в карамельке. Морская серия. Сначала мы только пили порцию. Молоко надо взять. Викусь, молоко нам возьми. Взяла, да? Вот, ну ладно, пока. Я взяла уже свое маленькое. Ты маленькая взяла. Это три кота даже какие соки есть. Вставляем? Угу. Пойду посмотрю мороженое. Я с тобой, я тоже хочу мороженое. Какую выбрать? Космическую хочу. Или шоколад? Какую выбрать, бабуль? А? О, ведь я Ореум хочу. Так хочется взять Ореум. Это шоколадное вот это. Пломбир и шоколадное. Шоколад буду. Тут пломбир. Ну, что это? Ореум. Возьму. А? Хорошо. Леденцы такие. Как в детстве. Вау, тортики. Выглядит очень аппетитно. Ну все, можем идти домой. Всем хорошего вечера.